Дальневосточные рыболовы привезли в Екатеринбург более 30 видов морских деликатесов. С 17 по 21 февраля в Куске России можно попробовать и купить редкую рыбу из северных рек – пелять и муксун, а также палтус и зубатку из чистых вод Тихого океана. Однако особой популярностью пользуются камчатский дикий лосось чавыча. Царица лососевых рыб. Вкусная, сочная, а самое главное – полезно. Один бутерброд с утра, витаминов на весь день. Благодаря копчению на натуральных вишневых и яблоневых опилках рыба не только сохраняет все витамины, но и не теряет своих вкусовых качеств. В Екатеринбург камчатские деликатесы доставляют специальным морским десантом. Всю рыбу мы доставляем прямиком с Камчатки на самолете при специальной температуре. Благодаря этому рыба сохраняет все полезные качества и не теряет свой аромат. Элитные сорта икры кижуча и нерки, косички из морского кальмара и дальневосточную рыбу можно продегустировать в павильонах «Дары Камчатки» в Екатеринбурге в Коске «Россия» с 17 по 21 февраля.